Итак, официальное открытие конгресс-холла состоялось. Мы действительно сегодня приобретаем великолепный корпус. Этот конгресс-холл, который будет служить не только ДГТУ, не только городу Ростову, а Ростовской области. Поверьте, мы готовы сотрудничать, мы готовы проводить все эти мероприятия во благо воспитания молодежи, студентов и проводить те мероприятия, которые будут приносить действительно пользу во всех тех направлениях, которые будут служить развитию всего нашего региона. Было тяжело, но мы построили, мы создали для себя, и мы сегодня действительно с гордостью можем презентовать и покажем сегодня нашим всем тем уважаемым гостям, которые пришли сегодня в наш университет. Главное, это будет служить всем вам, всем нам. И один из крупнейших залов сегодня в Ростове, который может вмещать 1500 человек, более 6500 квадратных метров площадей, в том числе включая необходимые площади для выставочной деятельности, для заседания совета. Это очень здорово, что мы с вами являемся свидетелями вот такого прекрасного события.